Приветствую всех фанатов вселенной Вархаммера, а также больших ценителей коллекционных карточных игр. Сегодня мы рубаем за, пожалуй, одного из самых известных персонажей Повелителей Ночи, а именно Сиватара. Деклист колоды традиционно сброшу в группу ВКонтакте. Вот наш билд. Пока быстренько его посмотрим. Потестируем его, попробуем таким билдом порубать. Может быть, он не оптимален, но перед этим... Мы вскроем ящички. Я их специально оставил. Лутанул. 12 побед, взял 10 золотых ящиков. Билд у нас вот такой был. Если кому-то интересно, может заскринить и порубать в событии. Ну, правда, тут до конца уже 3 дня всего осталось. Так. Нам что-то пока прикольные рубашечки только выпадают. А где же сами... Леги в виде карт. Ну, хоть легендарные рубашечки. Ну, хочется, конечно, легендарные все-таки нормальные карты, а не только рубашки. О! Демонюка. Ну, этот демонюка у нас есть. О, ремер. Отлично. Видите, кстати, ремерчик-то у меня и не было. Очень хорошо. Еще одна куртосет. Ну, куртосет-то у нас есть. Нормально, в принципе. Лутанул по ящикам. Версионка. Прикольная рубашечка. Конечно, хотелось бы вытянуть Дженецию, но... А, не судьба. О, товарищ Желиман. Ну-ка, что ты нам покажешь, товарищ Желиман? Сетка. Давайте вместо сетки. Жнец неплохо. Как говорится, и на дуде игрец, и жнец. Как я не люблю вот этого хрена, мне сейчас через него и не пройти. С люминометкой бить. Ну тут такое. Ну давайте долбанем. О, отлично. Так. Поехали дальше. Желиман, ну еще, блин, достаточно такой плотный товарищ. Вот. И нам бы, конечно. Ну, сейчас. Давайте сделаем так. Закинем нечестный борец. Талант убийцы. 20. Давайте-ка все равно. Что зараза хилится, конечно, это плохо. Ну, конечно. Так. Mm.
Капитан делает избранный минус 2, да? Он становится 5, а террор срабатывает, если меньше атака. Так. Мне придется юзать эту штуку. Блин, ну, сейчас. Давайте посмотрим, что мы отсюда вылутаем. Ой-ой-ой, как плохо-то, блин. Давайте так. Так. Минус 2. Даем запрет тебе. Через прыжок добиваем. Удар мята на пятерку. Честь на семерку. Бьют. Собственно, разбираем. Нет, давайте из Желемана сделаем демона. Вернее, вызовем демона из Желемана. Ну, кстати, можем припасики кинуть, посмотреть, что бы мы оттуда могли вылутать. Ну, в принципе, через сетку бы все равно добили. Это очень классно. Из Желемана вылутать соблазнительниц. Мне нравится. Поехали дальше. Нахарис Скория. Один из первых, если не самый первый даркмех, кстати. По-моему, по бэку он даже стал даркмехом быстрее, чем Кельбрхау. Но тут я могу путать. Давайте скинем. Так. Понятно. Передаем ход. Джубок, джубок, джубок. Джубок, ты такой товарищ интересный. Угу. Пошел дров. Интересный, кстати, билд у него. Фарс, это хорошо. На, я так понимаю, ты хочешь Фарос вывести. Значит, тебе надо быстренько разбирать, потому что у нас на руке есть ворон. Буровая неплохо. Проблема в том, что если он сейчас поставит тут... Фарус, ну да, как и есть. Мне сейчас нечем его даже разобрать. Только если, например... А, нет, можно, кстати, через косы его разобрать. Ну тогда выставим Треза. Укусим.
Косы плюс обилка сева отгад. Ну нет, здесь, конечно, надо сносить вот эту гадость. И опять же, ты даже так решил. Блин, давайте тоже поставим фарс, почему бы и нет? Так, 4. Негодяй ты какой? Какой ты негодяй? 2-4, не добиваю его так. 4-9. Что он делает? Наносит. Уже забыл. Так. Ну, давайте, ладно. Все равно закинем сюда запрет. Ударим. И отхилимся. Четверка. Ну, кажется, минометный в кого-то да залетит. Отлично. И здесь, я думаю, что надо его атаковать под ворона. Ну да, тут сорян, чувак. Хотя билд у него интересный был, но на харе немножко по-другому играет. Через ранний фарос прикольно. Но он все равно поставит его на четвертый ход, а на пятый ход его можно ремувнуть, например, тем же той же тактикой сынов Хоруса. Как бы. Это бот. Бот. Блин. Ворон хороший добивалка. Семерочка. Чем мы лутанем? Ну. Ладно. Может, и пригодится. Да не, на самом деле за нолик это очень прикольный чувак. Еще Шрек пришел. Ой. Можно, конечно, оставить под Шрек этого чувака. Но тратить не минометку такое. А интересно, кстати, вот я даже хочу проверить, считается ли. Ну, я знаю, что это бот, и он стопудово его сейчас ремувнет через вот эту обилку. Мне просто интересно, получит ли он яд? Нет. При безответке не действует. Ну, это понятно, бот, он всегда найдет ответ на наши действия.
Кстати, прикольно, что Трезом можно сразу действовать. Ну, да. Сейчас несет все. Всех оставив только этого. Ну и на том, как говорится, спасибо. Он меня сейчас задолбает просто. Ой, блин, я не то сделал, я. Блин. Чуть задумался и сделал не то. Вот это нормально. Я просто тут ход подумал, что у него когти есть. А когтей у него нету. Малагарстыч. А прикиньте, у нее на руке мстительный дух и два тычка. Это следовало ожидать. Тин-тин-тин. Ну давай, ладно, так попробуем. Коготки, коготки мне нужны. Пошел у него отхил.
Какой ты негодяй. Вообще на руке ворон можно его кусать. Без когтей прям очень плохо, конечно. Надо его долбить. Что делать? А, так, 7, 3, 8 нам должен, да, снести нам. Ну прям все заюзал, уже все заюзал. Господи, все тычки. А, там, блин, а там это неприятно. Как говорится, а что там, а там, а там. Блин, ну у нас вполне может забить тут. Пять, восемь. Мы так все равно не добиваем тебя. Жубок. Плохо, что на командоса нельзя. Апофеоз. Ну, если у него байки на руках. О, ну он типа, с двух этих потянет. По сути, ему парабаф и байк нужен. А, стоп. Нет. Ну тогда тебе купец. Даже может так тебя добьем. Давайте еще одну партию и все на сегодня. Это бот, скорее всего. Господи, вот этот бот, и это сейчас я не... А, нет. Ну и тогда вообще, ладно. Ладно, ладно. Хотя все равно не через эти стеночки долбиться, блин. Непробиваемые. Ну нет, давайте посмотрим. Вот о нем. Лишняя мне на следующий ход нужно. Вот, пошли эти стеночки. Бесконечные стеночки. Надо его прям кусать, кусать этого негодяя.
Коготки, коготки, коготочки. Так. Но все равно мы не убиваем. Да нет, надо этого чувака валить. Запрет, удар с фланга, вот так. Это неприятно. На всякий случай. Мало ли чё. Так хоть 3 единички хп, да восстановим. Ага. Стоп, а избранный он дает минус 2, семерка, но он все равно не добивает. Ну, сорян, чувак, но я сделаю вот так. Сейчас. Это главное не тупануть, да, все правильно. Это Эндрос Шек, замечательный человек. Так, я его... вот этот товарищ даст... уменьшение дамаги. Семерку. А, тут, в принципе-то, все равно, конечно. Это сейчас начнется, блин, чехарда в одном хите. Все равно пробивает через стенку. Ну а на сегодня все. Такие вот игры за Сиватара. Надеюсь, они вам понравились. До новых встреч. Пока-пока.